конечно, оно может быть логичнее. Не, мне нельзя. Мне ж нельзя. Наши пацаны, которые торгуют в каждом районе Алани, вы их знаете уже 3 года, кто меня смотрит. И вот они мне предложили... А это, знаете, это на другой стороне, я не знаю, но это марка, наша марка, в Турции первая. С другой стороны, не знаю, но наша Турция первый качество. Да. Ну, в общем, это 100% катон, и она налезла на меня, и довольно-таки неплохо смотрится. И теперь все бабушки, все девушки вообще... будут знать, какой у тебя размер. Да ничего, размер чего. А вот это вот, покажи вот это. Вот это я выбрал вот эту. Мне больше понравилось это, но она, к сожалению, на меня чуть-чуть не налезла. Чуть-чуть. Да, прямо на 2 размера не налезла. Она вот, а так вот шикарная. Вообще бомба просто. И вот они говорят, что нету на заводе больше, к сожалению. Так, пообещай сейчас на камеру, что ты будешь худеть, чтобы купить эту рубашку. А зачем мне худеть? Я себя комфортно чувствую, мне не надо худеть. Так, не слушайте вот этого вот голос за кадром опять. Вот, здесь у них, короче, все качественно. У нас 100% хлопок, и есть большие размеры для тех, кто, как я, худеть не хочет, вам подберут большой размер, все легенько. Мы тут поговорили об Украине, он учился в Украине, в Одессе, вот, пообщались еще. Так что, да, я поняла. Девчонки, приезжайте, у них еще третий есть, 17-летний еще есть. Девочка, жена нет еще. Вот такие вот с национальными мотивами, вот такие вот женские. То есть это маленькое включение, чтобы вы не соскучились за вещевым рынком, который я сегодня не снимал. Так я хоть пацанов покажу. Все, спасибо большое. О, цена спасибо. Ее 100 лир была, да? 100 лир или... Ну, да. 100 лир средняя цена, да, такой рубашечки, вот, чтобы сразу цены вы знали. 100 лир это 950 рублей примерно и 320 украинских гривен. Украине привет отдельный. Все, спасибо большое, пацаны, спасибо, все, счастливо. Это рынок у нас в оба понедельник.